Хорошо. Агния Барто. Он был совсем один, читает Павел Беседин. Один щенок был одинок, бродил он непрекаянно. И, наконец, решил щенок найти себе хозяина. С утра собаки всех подряд с людьми выходят из ворот с людьми. Побыть мне хочется, зачем мне одиночество? В каком-то дворике пустом один остался с детства я. И стал щенок мечтать о том, как будет он вилять хвостом хозяина, приветствуя. И вот щенок пустился в путь, бежал он за прохожими. Но хоть спросил бы кто-нибудь, ты что, такой встревоженный? Нет, у людей свои дела. Куда-то школьница прошла, прошли два длинных паренька. Никто не смотрит на щенка, и грустный, озабоченный, бежит он вдоль обочины. Малыш в коляске катится, малыш в пушистом платьице. Наверное, он возьмет щенка. Нет, он улегся спать пока. Бежит девчонка, что-то ест. Щенок за ней, она в подъезд. Тоска напала на щенка, догнал он деда, старика. Но и у деда много дел, он на щенка не поглядел. И так расстроился щенок, что он завыл отчаянно. Я одинок, я одинок, не нахожу хозяина. Как вдруг увидели щенка две девочки, две Катеньки, они зовут издалека, иди сюда, кудлатенький. Одна кричит, сплеснув рукой, ты нужен мне, как раз такой. Другая бросилась к нему, дай, лучше я тебя возьму. Кудлатенький, косматенький, его ласкают Катеньки, обнюхав девочек, щенок как завизжит отчаянно. Сдержать он радости не мог. Вдруг сразу два хозяина.